вот это, у нас такой аппарат, мы начали фильм снимать. Это, вы представляете, какой году. Это было около 30 лет назад. Тогда Сос Мурадян работал оператором в Государственном театре Армении. Он помнит одно из крупнейших местных землетрясений. Тогда героями его кадров были голодные бездомные люди и разрушенные поселки. Через несколько лет распался Советский Союз, и подающему надежды оператору пришлось прекратить свою карьеру. А дальше садоводство, торговля и обувной промысел. Но о первой своей страсти он никогда не забывал, даже после переезда в Вологду, которая за десятки лет стала родной. Честно сказать, я не представляю, если поехать куда-то жить, я буду скучать об Вологде. Мы никуда не намерены поехать, мы живем здесь и будем жить. И город, замечает Сос Мурадян, меняется с каждым годом. И то, что людей разных национальностей становится все больше, это тоже верно. Укрепление межнациональных связей подтвердило недавнее открытие в Вологде мемориала дружбы армянского и русского народов. Сейчас за укрепление той самой дружбы взялся и молодежный центр. Здесь придумали новый конкурс «Я, ты, он, она. Вместе дружная страна». В фотографиях должна быть отражена тема сотрудничества, взаимопомощи представителей разных, значит, национальностей в период существования бывшего СССР. Ну, то есть, например, это ликвидация последствий, значит, катастроф, общесоюзные какие-то праздники. И как раз снимок из молодости Соса Мурадяна может стать ее экспонатом. Только нужно будет рассказать его историю. Принимать работы в молодежном центре на Советском 24 продолжат до декабря. Потом из лучших составят фотовыставку. И она, по мнению многих, укрепит дружбу между народами бывшего СССР. Людмила Малинина при поддержке «Вологда Портал». Новости Вологды.